Здравствуйте, друзья! С вами «Дачный сюжет» и я, Галина. Вот уже 20 мая, и все мои ростушки, все мои пеларгошки переехали на дачу. Вот сейчас я вам показываю, какой у меня вид с террасы. Очень красивый. Ну, о чем же я сегодня хочу поговорить? Вы, мои подписчики, знают, что я очень люблю экспериментировать, но ведь надо же показать и результаты эксперимента. Один из экспериментов я делала, сеяла семена пеларгонии, стелла, она с темными листьями, сажала на фитильный полив. Все, выросли растушечки, я ее поделила. Один посадила просто в горшочек, а другой также оставила на фитильном поливе. Вот такие вот они пойдут у меня продолжать эксперимент. Сейчас я вот здесь еще водички долью. Вот, смотрите. Вот какие кустики получились. Ну, будем продолжать эксперимент. А вот теперь давайте поглядим, какая она у меня получилась. Вот которую я сажала семенами и на фитильный полив. Потом я их поделила, как я и сказала. Всю землю обобрала, всю свежую насыпала и сюда. По объему примерно одинаково. Вот сейчас вытащу. Вот смотрите, примерно одинаково. Вот сюда я не рискнула на фитильном поливе сажать более мощный. Но посмотрите, что посадила вот более мощный, посадила вот сюда в горшочек. Но посмотрите, какая разница. Вот какая разница. Я не знаю, то ли чисто фитильный полив, то ли то, что сюда я с удобрением сюда поливала, в этот горшочек я поливала именно вот сюда с удобрением. Вот посмотрите, какая разница. Вот здесь вот не ветвится абсолютно. Листики, ну, средненькие. Посмотрите, какая здесь. А была гораздо хуже. Вот что интересно. Значит, получается, подращивать пеларгонию на фитильном поливе очень даже неплохо. Посмотрите, какие красивые листья. Вот сейчас солнышко нет, все видно. Просто сегодня я ее планирую тоже посадить в горшок, в нормальный. Хотя уже просто даже жалко. Вот и думайте сами, решайте сами. Вот это результат моего эксперимента. И вот я их пересадила. Тот, который был просто в горшочке, вот поменьше горшочек, а который с фитильного полива побольше. Земля абсолютно одинаковая. Но что я здесь увидела? Здесь у меня земля была влажная, прям конкретно влажная, а здесь сухая. Вот может быть, вот из-за неравномерного полива, может быть, они не растут. Потому что мы обычно как сверху польем, и вроде бы ладно. А то, что внизу сухое, это мы не считаем. Или наоборот. Но вот на солнышке посмотрите, какая вот, которая с фитильного полива. Посмотрите, какая. И какая кайма, и все. Хотя вот они стояли, вот. А это вот уже, которая стояла в горшочке. Вот она. Стояли на одном окне абсолютно рядом. Ну вот я пришла к выводу. Значит, фитильный полив вещь очень хорошая. Мне нравится с ним. Но и еще получается, фитильный полив, постоянный полив получается, равномерный. Только очень много воды не надо наливать. А вот из-за того, что видно, не долито был этот горшочек, он и вот, к сожалению, не догнал. Так что вот этот эксперимент мы, я думаю, завершен. Вот теперь пускай на солнышке стоят до конца, загорают. А так всего вам доброго. С вами была Галина. Нужной информации, полезной информации. Ставьте лайки, комментируйте, подсказывайте. А так всего вам доброго. Добра и здоровья.